Всем привет! Сегодня я хочу показать, как связать вот такие розочки. Это видео больше для любителей вязания, но может кто-то вдохновится и захочет научиться, как связать вот такую красивую розочку. Для такой розы необходимо набрать 100 петелек воздушных. Сейчас я буду показывать воздушные, потом 2 ряда столбиком. Я схему нарисую и поставлю, будет видно. Потом берем опять воздушные петельки таким образом и потом делаем такие лепесточки. Это уже столбик с накидом. И все. Так, такой скрещиваем, держим. Я покажу для начинающих, может так помедленнее, и делаем воздушные петельки. Тут придерживаем и набираем. Свободно, не затягиваем. Все, вот 100 петелек воздушных. Теперь следующий ряд столбики. В каждую петельку протягиваем. Хочу еще сказать, вот для начинающих можно взять 15-20 воздушных петелек и провязать, набить руку простыми столбиками. Вот я здесь провязала, оно легче так провязывается, быстрее смотришь результат и набиваешь руку. Так, я закончила ряд и всегда следующий ряд начинать с воздушной петельки для высоты. Воздушная петелька, а потом опять провязываем столбик простой. В каждую петелечку продеваем нитку и через 2 протягиваем. И так до конца. Все, закончила.
получилось. Теперь переворачиваем воздушную петельку для высоты и 5, еще 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 5. Теперь считаем. Раз, два, три. И в четвертую петельку продеваем. И опять считаем. 5 петелек воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Считаем. Раз, два, три. Четвертую протягиваем. Раз, два, три, 4, 5. И раз, два, три, четвертую. Я закончила. Теперь переворачиваем. Одна воздушная для высоты. И опять 5 воздушных еще к этой. Раз, два, три, 4, 5. Теперь ее продеваем вот в серединку. Просто ищем серединку, петельку и продеваем. И опять 5 воздушных петелек. И в серединку ищем серединку и продеваем. Я провязала вот весь ряд и заканчиваем 5 петелек, 5, и одну добавляем петельку для высоты, вот чтобы закончить. Здесь тоже одну петельку воздушную для высоты и начинаем лепестки. Самое интересное. Для этого провязываем столбик и один столбик, 10 будет с накидом столбики и заканчиваем 5 столбиком. Сейчас 10 накид. Столбик с накидом. Накид. И протягиваем через 2. 2 остаются. И еще раз. 2 раза получается. Накид. Протягиваем вот так повыше. Через 2. И еще раз через 2. Через 2 и через 2.
Я закончила вот весь ряд и на этом остановилась. И дальше просто провязать столбиком вот по ширине этой части и прийти вот к этому началу. И все. Себе собираю розочку. Просто крутим. И получилась такая красота. И надеюсь, что у вас получится тоже. В своих видео я планирую еще показать вот такой узор. У меня есть очень такой тоже красивый. Для кофточек на лето. Покажу, как его вязать. Желаю всем успехов. До новых встреч!